прикупил себе диктофончик. Вот прям фирма-фирма. И теперь, возможно, звук на моих видео касательно речи подтянется. Потому что пишет он зачетно. А в комплекте к нему шел вот такой вот оригинальный... Оригинал, я оригинальный микрофон. Это не просто микрофон, это реально стереомикрофон. Здесь не один микрофон на два канала сразу пишет, а разные микрофоны пишут в два разных канала. Буду, наверное, искать ветрозащиту пушистую на него, чтобы можно было на улице записывать звук хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас попробуем его затестить. Сразу пойдем на улицу. В помещении я его пробовал. И, кстати говоря, друзья, пробовал отдельно этот микрофон подключать к компу. Проблема в звуковой карте, ребята. Компы, компьютерные звуковые карты, пишут отвратительно. Чем длиннее провод, тем хуже, больше шумов получается. В общем, если писать на этот микрофон на комп напрямую и на диктофон, блин, просто небо и земля, такой космос, даже себе представить не можете. Не знаю, как он будет реагировать на ветер вот в таком виде, как он сейчас есть, но мы это проверим. Погнали! Забыл, включил я запись на камере. Да, включил. Сейчас попробуем пролететься с комментариями, если все запишется. Друзья, пустырь. Ничего особенного. Просто пустырь. Просто разминаемся. Ну что, давайте. Жахнем. По полетам. Полеты с комментариями. Прекрасная вещь. Ветер, кстати, ужасно сильный. О, да. Вау. Супер. Короче, народ, извините, но я что-то с непривычки что-то забыл, что мне надо было что-то говорить на самом деле во время полета. Что-то я увлекся, полетал, а говорить как бы забыл. Извините, в общем. Ну и можете сейчас сравнить, я при монтаже пишу звук на наушники, на которые я всегда пишу звук. Это Planktronics DSP-655, которые чудесно подходят для IP-телефонии, связи по скайпу и так далее. Но для звука, насколько они подходят, судите, конечно, сами. Еще раз извиняюсь, что забыл просто разминка. Как весело. Телефон звонит очень вовремя. Мне нравится здесь лед. В нем можно так садиться. Шикарно.
не знаю, стоял, в принципе, на открытой площадке, вы ее видели. Но ветер, ну фиг знает, ветер был, как бы, посмотрим на качество. Холодно, блин, зараза, капец, если честно. Ну и пишите, как вам плитушки с комментариями. Камеру забыл выключить. Так. Ой, я вообще забыл все. А я пошел монтировать. Пока. Друзья, сохранил для вас коробочку. Вот моделька. На самом деле штука не дешевая. Да я думаю, таких уже и не делают больше. Но вот мне повезло урвать. Вещь, конечно, замечательная. Встроенный микрофон. Внешне мы тестили. Пусть мы не тестили ее в помещении, но тестили на улице. Вот встроенный микрофон. Прекрасно работает, если направлять на источник звука. Скажем так. Давайте начнем запись. Да, вот. Вот так все это выглядит. На скотч положу. Вот, он смотрит на меня, в принципе, на источник звука. Итак, что здесь есть, друзья? Сейчас как раз-таки мы и посмотрим звук с камеры и звук с диктофона буду переключать. Посмотрим. Другое дело, что источник звука, то есть я к камере гораздо ближе, потому что я ее держу в руке, а диктофон вот он где лежит. Делайте на это поправку. Диктофон имеет сам по себе на своем борту 4 гигабайта встроенной памяти. Если я не ошибаюсь, этого хватает на то, чтобы записать 40 часов. Есть вход под внешний микрофон, есть выход на наушники, вон там белая заглушечка как раз-таки. На джеках 3,5 дюйма. Вход под микрофон стерео. Эта вещь не заряжается, она реально на батарейках. Батарейки две формата ААА, ну 3А, мизинчиковые. Ну, вроде как их очень надолго хватает. Без внешнего микрофона, а вот именно как она сейчас стоит, я еще озвучил одно видео. Оно выйдет по ремонту ноутбука. По замене матрицы. Это видео выйдет в воскресенье в 12 часов дня. То есть там все уже по расписанию все настроено. То есть можете послушать, я его озвучивал исключительно на этот диктофон. Не знаю, сейчас я взял его подальше. В тот раз я по привычке держал ближе. Не знаю, есть ли завалы по звуку. Если доберетесь до видео с ремонтом ноутбука, где я его озвучивал, тоже мне напишите, как вам звук, лучше чем был, хуже чем был. Так, смотрите, 4 гига встроенной памяти. А, можно втыкать карты памяти, ну там как-то дофига, по-моему, до 16 гигов, но это не точно. Я сейчас не буду искать, потому что это такой неполноценный обзор, я вам просто хвастаюсь. Гарантийный талончик, это реально Sony, оригинал. Стоит, реально, повторюсь, дофига. А, я знаю, где еще парочка таких есть, если вам надо, я вам могу организовать доставку. А, как бы вы ни подключали внешний микрофон, в настройках он вам никогда не покажет, что пишет стерео. Всегда будет написано 192 кБ в секунду. Кстати, да, это максимальный битрейт 192 килобит в секунду. Всегда будет в скобках написано моно, но если вы подключаете внешний микрофон, то писаться будет в стерео, я проверял, абсолютно честное стерео. Кроме того, на диктофоне есть динамики. Его можно использовать как MP3-плеер, как игралку. Вместо телефона, чтобы он инс-инс делал. Можно прослушивать либо через наушники, либо сразу то, что вы записали, через этот динамик. Наверное, это все. Весь кайф этого диктофона. Посмотрим, насколько он крутой. А пока что мне нравится. В общем, в любом случае, оставляйте свои комментарии. Да, кстати, по конкурсу. Давайте посмотрим, что там будет по конкурсу. Вы же молодцы, это скучное видео смотрите целиком, не перематывая. И у нас, да, был конкурс. Были возмущенные, типа, ай-яй-яй, где конкурс? Конкурс что, не для всех, что ли? Конкурс для всех, друзья. Конкурс для всех. Многие просто люди как-то с наездами говорили о том, что конкурс не для всех, конкурс не для всех, почему, где. Но смотрите, те люди, которые смотрят ролики от начала и до конца, у них таких вопросов, в принципе, не возникает. Точно так же и этот конкурс. Во-первых, да, давайте я объявлю победителя. Вот победитель, который мне понравился. Пока что мне нравится этот комментарий, но что может произойти? Во-первых, тот человек... Во-первых, вы можете зайти на то видео, это оно называется «Как снимать с гоночного квадрокоптера», по-моему, так. Там был объявлен конкурс, там почитайте комментарии, вы можете найти этого человека и написать ему о том, что он выиграл, в принципе. И он появится в этих комментариях, я сразу раз-раз свяжусь с ним и передам ему его подарок. Какой? Вот такой. Довольно-таки веселенький. Смотрите, если этот человек не появляется в течение 3 дней, я из комментариев к тому видео, к прошлому еще видео, возвращаюсь и нахожу победителя номер 2. И в каком-то из видео, опять же, оно прервется на самом интересном месте или не на интересном, я объявлю победителя. Итак, до тех пор, пока победитель не найдется.
такой некий идеальный подписчик, я его называю, который просто смотрит все мои видео от начала до конца. Еще, что может еще произойти? Человек, который победил, возможно, довольно опытный пилот, и эта штука ему без надобности. И передарить некому. Ну, допустим, вот случилось чудо, да? Он может, в принципе, написать мне в комментариях, опять же, под этим видео я опять же посмотрю и сразу же выберу другого человека. Смотрите, какую я штуку придумал. Марафон бесконечной раздачи. Это будет просто шикарно. Объясняю. Это вас ни к чему не обязывает. В данном случае мы говорим об одном конкретном победителе. Я просто высылаю ему вот этот квадрокоптер. Все, он радуется. Но если вдруг этот человек получил квадрокоптер, снял для меня обзор этого квадрокоптера, параллельно там рассказав о впечатлениях. Ну, вот, знаете, у меня есть обзоры на квадрокоптеры на канале, ну так уж вышло. Он просто пилит обзор для меня, для моего канала, на этот квадрокоптер, который он получил в подарок. И как только это видео попадает ко мне в руки с обзором, который сделает мой подписчик, я тут же объявляю новый конкурс, тут же. Новый победитель, опять получив что-то-то там, опять присылает мне видео со своим обзором, который он сделал уже на новую же. И я тут же объявляю еще один новый конкурс. И так буду делать каждый раз до тех пор, пока мне не перестанут присылать видео. Опять же, я повторюсь, победителей это ни к чему не обязывает. Вы можете получить дрон и нифига не делать, в принципе. Я никого не заставляю, никого не принуждаю. Дрон вы честно победили и честно его получите. Тем не менее, мне кажется, эта идея шикарна. Марафон бесконечных подарков. Это просто бомба. Я думаю, что я первый, кто это придумал. Это должно быть весело. То есть мы как комьюнити будем вместе делать контент. Это шикарно. Так, про диктофон я вам рассказал. Про то, где подольше послушать. Он все еще пишет, кстати. Я буду чередовать на монтаже, буду чередовать. Классно, я могу выбирать звуковую дорожку, где получше, где похуже. Так, про диктофон рассказал. Подарок я обещал подарок сделать, я вручил. Ну как вручил? Объявил. Если человек не объявляется в течение 3 дней, победитель будет новый. Комьюнити, вы можете сходить под тот ролик и написать ему комментарий, что он выиграл. Но можете этого не делать. Но это, короче, уже понимаете, да, тема. Сделайте хорошее дело, если напишете. А если не напишете, можете получить квадрокоптер. Короче, вот в этот раз я, наверное, сказал все, что хотел рассказать. На этом, я думаю, что ролик пора закончить. Всем удачи. Всем пока. Погаси дисплей и завершай процесс. Не пускай ресурсы в сети, выключай процессор. Не найти заряд и не сохранить.